Вот я уже почти готова к просмотру последнего испытания. Всего-то 2 часа осталось. А вы готовы? Ну что же, всем привет! Весело вам? А нам тут не очень, в бездне. Ждем ответа ПЦР. Ну, к сожалению, без меня сегодня пройдет концерт, в котором я должен был вести вместе с Ярославом. Впервые в жизни моей такое. Ну что же, и такой опыт должен быть, наверное. Так что, Ярослав, бразды правления передаю тебе. Надеюсь, все будет круто, и это не помешает вам получить удовольствие от нашего концерта. А вообще, для чего он, этот концерт? Это просто небольшой юбилей, небольшой праздник нашей семьи. Потому что последнее испытание – это семья. И не только создатели, не только художники, декораторы, все цеха, артисты, композитор, автор либретто, режиссеры, в общем, все-все-все, и это на самом деле огромное количество людей, но это еще и огромная армия поклонников последнего испытания. Благодаря вам мы смогли воплотить в жизнь этот проект. Так что это и ваш праздник тоже, семейный. Поэтому я, к сожалению, не удастся сегодня в полной мере об этом всем сказать со сцены. Но я надеюсь, что это не испортит вам впечатление от сегодняшнего концерта. Мы приложили максимум усилий, чтобы он был крутой. Ну что же, а мы скоро с вами встретимся. Я очень надеюсь на это. Не волнуйтесь, я, в принципе, чувствую себя уже неплохо, но не хочу никого заразить, не знаю пока точно результаты ПЦР-теста. Наслаждайтесь концертом, Ярослав, я на тебя надеюсь. Не подведи, шалафи. Пока. Здравствуй, посвященная. Здравствуй, маг, наслышанный о тебе. Я пришла предупредить. Не привидняйся. Ты многое можешь, мне ясно. Пылу священного рвения. Быть может, в этом опасность, и сон твой предупреждение. Ты мне призвана помочь
доказать тебе, что пред тобой не враг. Позволь нам изложить свой взгляд на мироздание. Пожалуйста, прошу, любезный черный маг, я вся внимание. Ты не станешь отрицать, что мир этого создатель благ. Если он создал тьму, то явно он желал, чтоб было так. Ты не смеешь утверждать, что с ней он не способен совладать. Бог всемогущ. Тьма и свет, вот два крыла, несущие в пространстве этот мир. И тьма не воплощение зла, она дана для равновесия сил. К свету тянется росток, но даст его зерно во тьме земли. Допустим так. Черный маг не тот, кто зло, тот, кто прибегает к силам зла. Их как средство подчинить той цели, что, быть может, и светла. Тот, кому доступен арсенал богини тьмы, тот черный маг. Ее слуга. Слуга и враг. Знаешь ли, что магом тьмы так хитисный, чем песня заперта? А знаешь ли, что маги тьмы и света стерегут ее врага? Мы одни решили сделать то, за что собратья проклянут. Шагнуть во тьму. Не быть тьму. Маджери, Рислин, что с тобой? Неважно. Продолжаем разговор. Дорогая Крисания. Позволь твою облегчить боль. Ну что ж, пожалуйста, изволь. Я вижу долг тебе сильнее предубеждения. Ты должен в храме завершить лечение. Нет! Не в этот раз. Не вновь! О большем рано ты все узнала. Тебе довольно! Знать хочешь больше? Иди за мною. Там помешаешь, мне поможешь, волю Бога исполнишь. Решайся, а пока прощай. Привет вам, братья и... в особенности сестры. Для меня важно поделиться тем, во что верят люди, находящиеся на сцене. Музыканты, артисты. Наверное, отчасти в режиссера, его замысел, дай Бог ему здоровья. В ту красоту, которая стоит за музыкой, но прежде всего в тот свет, который несете вы. И это только начало. Положите новую традицию в начале нового 50-летия. Доведем до ровного больше света. Мы, люди, находящиеся на сцене, верим, ребята, в вас, в тех людей, которые дают нам ту путеводную звезду, на свет которой мы идем уже 5 десятков спектаклей. Все знаки на небе сошлись, пробил час очищения, и сотни встревоженных лиц вижу я. А
Отец наш небесный, ты знаешь, мы творим эту мессу не зря. Зарею над миром прольется огонь твоего алтаря. Светлый стар, поднимайся с колен, час настал царству тьмы положить конец. Славься, полодай, наша вера чиста. С нами Бог, с нами наш король жрец. Вместе со мной, святой наш стар, поднимайся с колен. Час настал царству тьмы положить конец. Славься, полодай, наша вера чиста, но с вами наш король жрец. Вместе! С вами наш король жрец. Еще! В ту красоту, которая стоит за вашим видением последнего, а может и не последнего, испытания. Все только начинается! Веры, братья! И в особенности сестры! Божие провидение и в последнее испытание. И в проповедь слова я думал, что правда исправит любого. Я веровал в силу своей доброты, так же, как ты, так же, как ты. Я был тогда горд, и скажу тебе мне, сестра, это путь величайшей гордыни. Не так уж смиренный, не так уж простые. Такие, как я, такие, как ты. Мы походим с тобой, сестра моя, на нас Божие благословение. Но последнее испытание, искушение, сострадание. Смирение не в том, чтобы искать в людях благость, а в том, чтобы признать их порочность и слабость. Вот пастырем мудрость и избран лишь тот, кто твердой рукой свою пасту ведет. Мирно и слепо пасутся народы, недара для них тяжелее свободы. И пусть эту тяжесть берут на себя такие, как ты, такие, как я. На себя, отче, взяли вы много, на закон книжный променяв Бога. Нет, нельзя в веру обратить плетью, заменить небо золотой клетью. Нет, не о том говорил Господь.
нужна любовь твоя, что спасет его со страданий. Врата от врага я надежно сокрыл, но знал я, придет он с такою, как ты. Над жалостью пастырю следует встать. Сестра, ты должна мне врага указать. Мне непросто далось решение, я скорблю о тебе, сестра моя. Но последнее испытание, искушение, сострадание. Герой, могучий герой, что всех поведет за собой. Охотно люди устремляются в бой, за край родной, за рай земной, как овцы воины идут на убой, а дальше дело за мной. Героям подвиг, потомкам повод, юнцам посулим боевую славу, надежду нищим, голодным пищу, и каждый из них обретет то, что ищет. Помним рейслим, доверчивым людям, не им, а тебе эта битва нужна. Поверь, Карамон, здесь обмана не будет. Все то, что им нужно, то даст им война. Свобода и равенство, верность и братство, прекрасные сказки для взрослых людей. И вот уже толпы с восторгом встречают того, кто ведет их крестовый поход. Так было всегда, храбрецы умирают, а где-то в сторонке стоит кукловод. Героям подвиг, подонкам повод, юнцам посулим боевую славу, надежду нищим, голодным пищу, и каждый из них обретет то, что ищет. Сударь, им война!
безвозвратно. Больно презирать нам детство, но детство нас не забыло, и нам никуда не деться от тех, кем мы раньше были. Пусть эта ночь минует не скоро, пусть брат в моих объятиях приснится наш клен у забора. Приснится, что мы еще братья, неразлучные братья. Мальчик, а я твой брат бестолковый, и мы придем на удачу, сбежав из муторной школы, когда небеса тянутся раны. Мы вспомним, что мы больше не дети, и это будет так странно. Преклонить пред тобой колени,
сюда не искать подачки. И твоим слугой никогда не был. Следовал я только своей задаче. В ад зашел, чтоб сделать подвластным небо. Да, я подчинялся тебе до срока, с тем лишь, чтоб освоить свое оружие. Им я расчищаю себе дорогу, на которой мне конкурент не нужен. Тот, кто видел однажды тьму, не сумеет ее забыть. Он слух и глаза. Но пламя всегда оставляет свой след. Глаза не солгут любовь, когда их нет! Итак, начинаем.
14-м году после завершения войны, как я, стал богом Макмаджаре, сразив иных богов. Могущество обрел он Божье, но не обрел умение Творца. Точка. И мир стал мажорный огонь, красивую тему не поздно, жить без войны.
никто не даст мне новой попытки. Поздно молить о смерти. Кричи, не кричи, никто не ответит. Поздно, послушай, не ты. И женской улыбки, и детского смеха не будет. Отныне я один холодный мертвый пустыни. Поздно, послушай, уже не спасет никого. Спасибо, что вы сегодня с нами. Выступать для вас всегда праздник, потому что вы такие отзывчивые, позитивные, громкие и знаете все слова. Ну что же, поставим яркую точку в нашем концерте. Oh, I'm never getting in.
Анастасии Шариковой 9 шариков. Павел Илюшин. Артем Пантелеев. Андрей Фахриев. Роман Савченко. Антон Новиков. Хорошо. Итак, ваши самые любимые артисты мюзикла в мире. Федор Воскресенский. Вера Зудина. Дарья Бурлюкала. Дарья Январина. Алексей Толстокоров. Евгений Егоров. Автор либретто Елена Хампира. Павел Стукалов. Андроник Петросян. Елена Соколова. Елена Минина. Галина Шиманская. Кирилл Гордеев. Спасибо большое. 50 спектаклей — это только начало. Ярослав Бояр у нас. И отсутствующие, но оттого еще более любимые артисты, которые были с вами на протяжении этих 50 спектаклей. Я упомяну лишь нескольких. Денис Давыдов, Сергей Смолин, Александр Казьмин, Ростислав Колпаков. И давайте я промолчу о многих и многих, но вы дадите знать, что вам тепло. И господин продюсер-режиссер, выздоравливайте! Руслан Герасименко! Последнее испытание — это праздник. Это праздник. Через 2 месяца встретимся на 100-м показе. Это означает, что на сцене замечательные люди, а поют они удивительную музыку. Композитор Антон Круглов. А слова? Слова? Которые на музыку клали, уже говорили, да? Елена Хампира. Пойдемте. Можно не объявлять, все и так все знают. Речь.